Следующее – это мультимедийные возможности. Значит, здесь есть видеоплеер. Вот этот. И теперь увеличилась частота процессора, значит, мы можем воспроизвести какие-то более-менее высокоразрешающие видео. Ну, например, в начале самое простенькое, это где-то 500, продолжить, да. Это где-то 640 или 500, ну, примерно такое разрешение. Кстати, давайте посмотрим, какое тут разрешение. Да, не выводится, к сожалению, информация. Тем не менее, очень легко воспроизводит он эти видео. Формат MP4. А следующее воспроизведет. Ну, воспроизведет 320 на 240, читает на ура. К сожалению, формат МКВ он не MP4 в высоком битрейте он не потянул. Тем не менее, есть битрейт поменьше. Сейчас я вам покажу. Это Alizee. Это 1280 на 720. Формат MP4, примерно где-то битрейт, ну, 4-5 мегабит. Это запись на видеокамеру, я просто перекинул на флешку и через нее воспроизвел. То есть, в принципе, отлично все стало, то есть производительность увеличилась, появился мультитач, правда, в картах он, к сожалению, не действует, но я думаю, что при обновлении прошивки все будет отлично. Экран классный, здесь есть у нас подставочка, которую можно вот так поставить, и мы можем смотреть.